Начало дня на 99.5 FM. Утро доброе. 10.08, друзья, в Нижнем Новгороде самое время сейчас, если вы в офисе, например, или у вас планшет под рукой, вы в автомобильном заторе, или вы просто ничего не делаете, заходите на наш сайт nnradio.info, включайте онлайн-видеотрансляцию. У нас здесь гости, друзья, да непростые. Да, у нас в гостях группа поддержки, к сожалению, не полным составом, но все-таки две прекрасные очаровательные девушки. Группа поддержки команды по американскому футболу Raiders 52, Юлия Масленникова и Оля Жданова. Привет, девчонки. Привет. Ты говоришь, к сожалению, не всей команды, в смысле, сейчас футболисты. Но группа поддержки быть. Это больше, чем два, ты же догадываешься? А больше, чем два, да. Да. Сколько, кстати, у вас всего? 25. 25. Ну, в нашей студии, наверное, не поместились бы. Поближе к микрофончику, чтобы было слышно хорошо. Так, девчонки, я знаю, что вы приехали с какого-то фестиваля, на котором что-то даже завоевали. Рассказывайте. Показывайте. Юля показывает на вас. Не принесли? Не принесли. Нет, самое главное, что вы сюда пришли. Это уже хорошо. Что за фестиваль был? Да, фестиваль черлидинга Ивановской области. Новый старт. Уже пятый раз его проводят. И в этот раз мы решили там появиться. Победили? Заняли третье место. Почетное? В смешанной группе у нас были как юниоры в составе, так и взрослые. Смешанная группа, я думал, парни, девчонки. Нет, это по-другому называется и по-другому фестивали проводится. Ага. Кто с вами соревновался? Что за команды? Какие виды спорта были представлены? Или только американский футбол? Это черлидинг. Так. Это был фестиваль по черлидингу спортивному. То есть, просветите нас, пожалуйста. Грубо говоря, спортивный черлидинг к стандартному пониманию группы поддержки, девочки, прыгающие с помпонами, имеет очень слабое отношение. Это спортивные гимнастки, просто гимнастки. Это девочки, которые хорошо растянуты, прыгают, летают высоко, и все отлично. Это спортсмены по большей части. Угу. И мы туда приехали как группа поддержки, но мы постарались, и мы подготовили программу, содержащую спортивные элементы, выступили с ней. Что у вас было? Гордились. Какие поддержки? То, какие подбросы? Мне название... То, что вы старались, можете изобразить. Слышно по вашему голосу, это действительно так. Что здесь, мы очень старались. Что здесь важно? Танцевальные важно, качества? Важно, в черлидинге есть не только танцевальная составляющая, но и обязательные спортивные элементы. То есть это поддержки, определенные прыжки и растяжка на шпагаты. Ну, шпагаты были? Конечно. Прыжки на 2 метра были? Ну, может быть, не на 2 метра, мы не такие высокие, но метр полтора, слушайте, я думаю, да. Как к вам попасть? Ну, просто хотя бы посмотреть. Посмотреть, как мы занимаемся. Да. Ну, не в раздевалку уже, в конце концов, конечно. На тренировку. Можно прийти на тренировку, и потом у нас. У вас бывают открытые, да? Сделаем. Так, классно. Так. Мы занимаемся, во-первых, на Бурнаковке на открытой площадке по понедельникам, пока только. Красота какая. Скоро выберемся чаще. Время. Плюс 19.00. Хорошо, так дальше. Так, 7 вечера на Бурнаковке он записал. Понедельник. Где еще вас можно встретить? Плюс у нас сезон начинается, поэтому скоро начнутся игры, и вы будете нас там лицезреть. Почему американский футбол? Почему не другие виды спорта? Не баскетбол, не бадминтон, да. Это, видимо, связано с личным, признавайтесь. Спрашивали уже. С личным. С личным? Ну и потом, это интересно, уникально, да. Вы просто, пришла сестра, и вы решили вместе с ней, да, поучаствовать? Нет, просто у меня молодой человек организовал, точнее, не он организовал, сейчас является президентом Федерации американского футбола Нижегородской области, и... Когда команде Raiders исполнилось 4 года, у меня возникла мысль, что пора им группу поддержки создать. Uh-huh. А Ольгу я уже привлекла через год, ну, просто в состав. Uh-huh. Состав, в итоге она сейчас, да, у остановила у на улице, затащила тренер. На тренировку. Тренер. Помогает ей в спортивной части. Оля такие испуганные глаза, она не знает, как вырваться уже который год. Я ее не отпускаю. Слушайте, к вам попасть как-то девчонки могут вообще, нет, подключиться к вам? Конечно. У вас 25, а сколько максимально? Человек 100, например. Классная же поддержка. Вообще классная. Просто прийти на тренировку. В понедельник в 7 вечера на Бурнаковку. А еще во вторник на Почаевскую и в четверг на Почаевскую. Слушайте, и еще воскресенье на Почаевскую. Оля, много работы, да, я смотрю? О, да. То есть ваша жизнь, в принципе, вот только спорт и тренировки. Что еще, какие у вас увлечения, кроме американского футбола и тренировок в группе поддержки? Ну, поделитесь просто, чем занимаетесь-то? Мы рукодельничаем периодически. Вот так, так. Всей команды? 25 любим человек? Любим приложиться руками. Не всей команды, но у нас вот тут есть брелочки, это Олина производство, скажем так. Так. То есть вы делаете такие, такие же, сувениры? Я взяла их. Да, на самом деле времени очень мало, группа поддержки занимает практически все. Сейчас стало тепло, и мы занимаемся на улице, наверное, каждый день, за исключением пятницы. На этой неделе мы занимаемся каждый день. Да, и поэтому... В связи с маленьким количеством свободного времени, ну, я вот лично люблю фотографировать. Uh-huh. Поэтому, когда мы ездили в Иваново, девочки фотографировались на фоне памятников Инстаграма, а я голубей крупным планом снимала. Так, что в Иваново, кстати, есть там же на что посмотреть? Кроме женихов или невест?
Невестам полно, это точно. О, да, это город невест. То есть соотношение мужчин и женщин на квадратный метр все-таки женщин больше. Особенно в воскресенье утром. В 7 утра. Они выходят на улицы города в поисках жертвы. Когда мы туда приехали. Они вас встречали, что ли? А на вас смотрели, наверное, как на конкуренток, да, местные жительницы? Да, ловили мы ненавистные взгляды, судя по всему. Так, мне понравилось. Угу. Иваново произвел впечатление чистого такого провинциального городочка. С голубями, с очень, которые что любят характерно. Позировать. Ну, да. Там замечательный канал, действительно очень много памятников людям, которых мы, к сожалению, не знали большинство, но... тем не менее. И архитектура отличается. Это не современный город. Там в основном здания как у 19-20 века. Угу. Не знаю, не разбираюсь. Ну, старые постройки. Заметно, такие. Да, что это не новые дома. Широкие проспекты. В общем, интересный город. Я думаю, есть на что посмотреть. Так, в Иваново вы съездили. Куда вы едете дальше? Где еще будет фестиваль? Или все, теперь только болеем за наших и не будет таких? Или только через год Иваново уже? Ну, почему? Мы будем идти дальше. Мы планируем в сентябре поехать в Москву на соревнования. Угу. Что за соревнования? Какой уровень? Это уже, по-моему, будет чемпионат России. То есть все серьезно. То есть если это был межобластной фестиваль, просто пятый новый старт, то в Москве будет ежегодный чемпионат России по черлидингу. Слушайте, ну и еще один вопрос. Когда можно будет увидеть вас в прямом смысле слова, в костюмах уже, в поддержке, когда прийти можно на игру и, соответственно, не только посмотреть игру, но и вас? Вот ближайшее. Как начнется чемпионат России, когда? Так мы и сообщим. Дата это уже известно? Пока непонятно. Ну, да. Июль, август, декабрь. Ну, ближайшее... Нет, лето. Лето ближайшее время, да. У нас будет товарищеская игра на стадионе «Строитель» завтра в 15.00. Угу. Но мы там выступать не будем, потому что... Потому что «Строитель», видимо. Ну, это потому что товарищеская игра... Перед что там поддерживать, действительно? Мы придем все, просто мы не будем там танцевать. Mm-hmm. А у меня, знаете, какой вопрос? Дальше? Ну да, так, пожалуйста, еще. И дальше это вот будет... И дальше уже будут игры чемпионата России, где мы будем во всей красе. Ну, хорошо. У меня к вам вопрос, а почему вы выбрали именно желто-черные цвета? Потому что у нас, как вы заметили, они тоже желто-черные. Какое замечательное совпадение. Мы знали. Да. С чем связана такая расцветка? Цвета команды Raiders. Так, а что они означают? Логично. Рок-цвета. Чего ты пристал, девчонка? Рок-цвета? Они просто танцуют. Ты видел рокеров в желтых косухах? Я нет. В черно-желтых видел зато. Черно-желтых. Черная косуха, желтый платок. Спасибо вам, девчонки. Мы желаем вам удачи. И чтобы этот сезон закончился для вас хорошо. Но уж если чемпионат России будет, то мы будем за вас вообще переживать. Спасибо. Тем более у нас спасибо. Сами цвета одинаковые. Мы, можно сказать, практически вместе выступаем. Ну да. Спасибо вам, спасибо друзья. Огромное. Спасибо. Напомню, у нас в гостях была группа поддержки команды по американскому футболу Raiders 52, Юля Масленникова и Оля Жданова. Девчонки вернулись с фестиваля чирлидинга «Новый старт» в Иваново. Ну, а мы продолжим наше вещание, а впереди пока музыка. НМ Радио.